«Мой брат – программист», – говорит воспитатель. Но программист говорит, что у него нет брата. Кто из них лжет? К реке подходят два человека. У берега стоит лодка, которая может выдержать только одного. Но оба человека переправились на противоположный берег. Как? К тебе пришли гости, а в холодильнике бутылка лимонада, пакет с ананасовым соком и бутылка минеральной воды. Что ты откроешь в первую очередь? А теперь посмотри ответы. На сколько загадок ты ответил правильно? Напиши в комментариях. Если ты отгадал все загадки, ты молодец!